Итак, что мы имеем? Новую карту, черная мамба, дробовик, фабар, помпа, вереск, ппшечка и новый зван, новый ранг, 80-й. ПТС-сервер. Тестят пока черную мамбу. Так. Вереск будет на день. Ну, как и берета, как и вал. 5200. А вот этот будет в коробках за кредиты. И золотая версия. Так. Фабарм. 700 урону. Дальность 6,3. Темп стрельбы 125, 73. В прицеле 57 с бедра. 6. Ну его что-то с Мосбергом сравнивают. У меня вон Мосберги есть. На 20 Мосберга урону меньше. На 0,3 дальность. Темп стрельбы такой же. В прицеле на 1. С бедра на 1 меньше. И на 2 патрона больше. Ну, в натуре сопоставим Мосбергу. Возьмем Мосберг. Ну и фабарм, там вытаскивается не приклад. Ништяк. Да, вроде он чуточку быстрее, чем может. Так, отсюда 2.
рыцарей. Крушителем. Четыре. Два. Да, дробь. Разброс такой. Сейчас мы проверим. Такой разброс. Подальше. Вот такой разброс. Глушака себе оденем. Да, вроде с пушком меньше маленько. Ну вот такой бабах.